Уважаемые торгово-промышленные палаты Украины, уважаемый Геннадий Дмитриевич, уважаемые партнеры и здесь присутствующие на этой конференции по всему миру. Мы сердечно поздравляем Украинскую палату, Национальную Украинскую палату вот к этому очень важному дню. Мы очень хорошо сотрудничествуем мы совместно с национальными палатами из разных стран, Китая, Турции, Англии, Австрии, Канады. Мы создавали наш международный совет бизнес-ассоциаций и палат. И вот как раз благо страны Украины мы через этот совет, международный совет продвигаем. Мы стараемся привлекать еще больше инвесторов в эту прекрасную страну. Мы очень надеемся и в будущей кооперации с UCCI, с Национальной палатой Украины, в продвижении украинских продукций и продуктов на международных ярмарках, особенно, конечно, как немецкая палата в направлении Германии и Европейского Союза. Давайте, у нас большие задания, надо выходить из этого кризиса. Давайте работаем вместе и достигаем будущего. Слава Украине!